Привет всем, с вами профессор Гуглов. Мы с вами так или иначе знаем, что в мировой истории существовало множество заговоров и фактов. Многие из них, конечно же, выдумка фантастов или специальные ходы так называемых пиар-специалистов тех времен. Есть множество доказанных фактов о том, что нашу историю, которую мы с вами изучали в школе или в университете, а кто-то еще и изучает, специально корректировали и редактировали историки под приказом тогдашних правителей для достижения своих целей. Но сегодня мы с вами поговорим о четырех теориях заговора, которые действительно были воплощены в жизнь правительством США. Первое. Действительно ли американское правительство тренировало кошек, чтобы шпионить за русскими? В 60-е годы ЦРУ запустило программу «Акустический котенок». В кошек были имплантированы микрофон и радиопередатчик в расчете на то, что животное будет вести себя как сборщики информации. Сидеть рядом с людьми и подслушивать их разговоры. Второе. Действительно ли американское правительство отравляло алкоголь во время сухого закона? В 20-е годы, во время действия сухого закона, федеральные чиновники были шокированы количеством потребляемого алкоголя населением. Так что они распорядились отравлять промышленный алкоголь. По приблизительной оценке, в результате погибли 10 тысяч человек. Третье. Действительно ли ЦРУ кормило американских граждан ЛСД, чтобы разработать сыворотку правды и таблетки для амнезии? В 50-е ЦРУ запустило проект MK-Ultra. ЛСД подсыпали агентам ЦРУ, солдатам и простым гражданам без их ведома, иногда со смертельным исходом. Четвертое. Зона 51. Правда или вымысел? Сторонники теории заговора долгое время считали, что правительство США скрывает доказательства существования иноземной жизни в государственном объекте под названием «Зона 51». Десятилетиями правительство не подтверждало существование такого объекта в штате Невада. Но документы, рассекреченные ЦРУ в 2013-м, официально подтверждают существование «Зоны 51». Заявлено, что «Зона 51» использовалась как полигон для испытаний технологий воздушного наблюдения. А какие теории заговора знаете вы, и какие, на ваш взгляд, из них правдивы? Пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. С вами был профессор Гуглов. Увидимся!